Что случилось? Почему ребенок так рано ушел со школы? В родительском чате одной из школ Петропавловска начали поступать один за другим сообщения от обеспокоенных родителей. Еще больше взрослые заволновались после сообщения от классного руководителя. Внимание! Срочно! Эвакуировать детей из образовательных учреждений. Детей распустить по домам. Родителей оповестить. Проинформировать в группу об исполнении. Как удалось выяснить в нашей съемочной группе, сегодня эвакуация объявлена сразу в нескольких школах краевой столицы. Пока известно о 24-й в микрорайоне Садовая, 17-й в микрорайоне Завойка, 45-й на улице Якорной, 9-й и 1-й на Пограничной, 7-й Новотутина, а также 2-й и 15-й. Некоторые испуганные учащиеся побоялись идти домой и сразу поехали на работу к родителям. Заходит учитель, потом смотрит телефон, выходит, забегает к нам, говорит: все быстро эвакуироваться, бежим все по домам, мы все выбегаем. Там у всех паника, быстро одеваемся и убегаем. Я стояла у доски. По громкоговорителю сообщают то, что внимание всем учащимся, всем учителям, срочно покинуть школу. Мы в эту же секунду забегает наш классный руководитель. Говорит: ребята, собирайтесь и убегите со школы домой. Мы собрались, побежали, забрали свою одежду из гардероба, вышли на улицу, начали одеваться, затем пошли домой. В пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по Камчатскому краю ситуацию не комментируют. Напоминаю, волна угроз минирования прошла по всей стране. Сейчас проходит эвакуация в Анадыре. Пресс-служба местного правительства сообщает, что в зданиях не найдены угрозы. Лейсан Латыпова, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка».